23 октября сего года Сергей Кужегетович Шойгу заявил о стягивании сил НАТО к границам России. По совпадению, в это же время дочь министра обороны Ксения Шойгу отдыхала со своим женихом в Италии. В их аккаунтах в тот день вышли сторис из прекрасной итальянской Вероны. Так, самая главная достопримечательность Вероны – это Джульетта. Это балкон Джульетты. Она тут ждала свою Ромео. Это Ксеник сладенький. Злые языки наверняка тут же начнут говорить. Вот как на самом деле выглядит ваше противостояние с НАТО. Российские олигархи покупают на Западе дорогую недвижимость, роскошные яхты и спортивные клубы. Квартиркой в Лондоне и видом на жительство в Великобритании обзавелся даже журналист главного государственного телеканала. А кое-кто из титанов государственной пропаганды владеет и домиком у озера Кома. Учатся за границей не только дети бизнесменов, но и отпрыски государственных чиновников и высокопоставленных служащих. У меня действительно внук учится в Англии. Хочу сказать, он учится на отлично, я им горжусь. Все про пальчики, пятая колонна и прочие бузатеры. Мы знали, что вы обо всем этом вспомните. Вот только вы не думали, что это такой хитрый план. НАТО концентрирует свои силы у наших границ, а в ответ наши богатые граждане концентрируются за границей, в самом логове врага. Огромная диаспора российских богачей в Лондоне – это же готовые партизанские отряды в самом сердце англосаксонского мира. Дворцы, усадьбы и виллы, диверсионные базы. А наш яхтенный флот готов начать боевые действия в территориальных водах противника в любую минуту. Да и вообще одним своим присутствием за рубежом лучшие, то есть богатейшие граждане России раскачивают бездуховный Запад изнутри, насаждая там наши духовные ценности. Кстати, Сергей Кужегетович достойно ответил на антироссийскую риторику немецкой стороны. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать. Действительно, помните? При товарище Сталине ведь точно так же было. Перед войной советские собственники фабрик и заводов покупали на Западе недвижимость, а дети советских руководителей учились в лучших университетах Америки и Европы. Ну и в страны потенциального противника на отдых ездили запросто, как сейчас. СССР и современная Россия ничем не отличаются друг от друга. Ведь главное не то, как устроена экономическая жизнь страны, кому принадлежат средства производства и как в обществе распределяются произведенные блага. Главное – особый дух народа, который, как известно, никогда не меняется. А значит, шах и мат вам, предатели и враги России! Трепещи, НАТО! Русские идут!